26 августа теплоход «Борис Полевой», на котором были делегаты Дней татарской молодежи, причалил в Ульяновском речном порту, где их встретило руководство Ульяновской областной татарской автономии и представители городской администрации. Ульяновск стал первым после Казани городом, который посетили более 150 участников форума из разных регионов Российской Федерации, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. У трапа теплохода гостей встречали танцоры из Центра татарской культуры. Участники сразу окунулись в национальный колорит региона, а солистка Ульяновской филармонии Тамара Кулябина спела песни на русском языке. Из речпорта гостей повезли знакомить с городом. Конечным пунктом программы стал Центр татарской культуры, где прошел мастер-класс на тему «Малый и средний бизнес». Всего за 5 дней делегаты форума побывали в 6 городах – Казани, Ульяновске, Самаре, Тольятти, Болгарах, Свияжске, где они принимали участие в работе различных семинаров, тренингов и круглых столов. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».